В Запорожье прошел всеукраинский фестиваль жизни и творчества «Путь к успеху». В нем приняли участие подростки с особенностями психофизического развития практически со всей Украины. Чтобы выступить на сцене Хортицкого многопрофильного центра, в Запорожье приехало более 400 детей. На гала-концерте побывали и наши корреспонденты. Фестиваль жизнетворчества «Путь к успеху» стартовал в Запорожье 3 дня назад. За это время на сцене Хортицкого многопрофильного центра успели выступить десятки детей с особенностями развития. Природа может лишить детей зрения или слуха, ограничить их двигательные возможности. Однако от этого они не становятся менее талантливыми, говорят организаторы фестиваля. Дитина може мати вади слуху, зору, психофізичні недоліки, але ми вважаємо, що кожна дитина прийшла в наш світ для того, щоб бути щасливою, освіченою і талановитою. В нашем городе фестиваль проходит в 3-й раз. В Запорожье приехало 35 коллективов из Крыма, Центральной и Западной Украины. Организаторы подчеркивают, фестиваль не соревнование. Главная цель этого мероприятия – раскрыть способности детей. При этом на одной сцене выступают вместе как здоровые дети, так и те, у которых есть проблемы с психофизическим развитием. Коли ми бачимо цих дітей на сцені, які вони щасливі від того, що ми, дорослі, змогли побачити і розкрити їх таланти, то дійсно ми впевнюємось в тому, що немає неталановитих дітей. Вийти на сцену – уже победа для цих дітей, говорять в Хортицькому многопрофільному центрі. Цей фестиваль потрібно розвивати, вкладати в нього душу, серце і також матеріальні блага. Тому що це наше майбутнє. К слову, в следующем году организаторы хотят всеукраинский фестиваль превратить в международный. Они планируют пригласить в Запорожье детей из Польши и России.